Кружево из металла, лестница из стекла и причудливые шахматы. Экспозиция компании «Арт Металл» привлекла внимание всех посетителей выставки, в том числе и нашу съемочную группу. Когда металл становится предметом искусства, расскажет Юлия Комкина. Причудливый ферзь или таинственная ладья – такие эксклюзивные стильные шахматы станут отличным подарком к празднику. Сияющие шампуры на подставке ценители шашлыков не оставят без внимания. Лестница со стеклянными ступенями кажется совершенно воздушной. Особый шарм – почти что кружево из металла. Все это можно заказать в компании «Арт Металл». Не зря приставка «арт» в переводе с английского означает «искусство». Там есть фантазия, там есть искусство, это бесспорно. И мы занимаемся, помимо того, что мы помогаем клиенту понять, чего он хочет, помогаем ему это выполнить до конца, под ключ, с монтажом, со всеми нюансами. Металл, нержавейка, стекло, сталь, дерево, камень. С этими материалами работает компания «Арт Металл». Замысловатое ограждение лестничных маршей и атриумов, стойки, козырьки. Здесь вам помогут с дизайном, оформят эскиз. За 12 лет компания «Арт Металл» успела заработать авторитет. Серьезных конкурентов нет. В Черноземье мы одна из крупнейших компаний. Можно сказать, что и в стране. На самом деле, если озадачиться и найти подобные изделия, можно воспользоваться интернетом, другими источниками. Ничего подобного вы не найдете. Нет, такого нет. На Каринской ярмарке компания «Арт Металл» получила из рук губернатора награду в номинации «Развитие малого и среднего предпринимательства». Юлия Комкина, Андрей Дегтярев, телеканал «7».